покажу вам рецепт одного чудо-средства, которое поможет вам избавиться от боли в коленях и суставах очень быстро. Смазывайте этим средством больные места, и боль проходит моментально. Настаивать это средство нужно ровно неделю и хранить в холодильнике. К одному пузырьку йода добавьте одну дольку чеснока, протертую через терку. Добавляем это все в пустой пузырек, хорошо взбалтываем, и все, наше чудотворное. Что произойдет, если пить каждый день чесночную воду? Первое, ваши почки станут более здоровыми. Ученые советуют съедать 3-4 зубчика чеснока каждый день или выпивать стакан чесночной воды каждое утро, чтобы защитить почки. Второе, ваша кровь станет более жидкой. Если вы страдаете от высокого кровяного давления и повышенного уровня холестерина, чесночная вода станет вашим спасением. Принимая чесночную воду, вы стабилизируете свое кровяное давление. Третье. Ваш уровень сахара в крови будет под контролем. Сырой чеснок без труда понижает уровень глюкозы. Всем привет! А вы знали, что в мире более 800 миллионов человек страдают различными заболеваниями почек? Этот рецепт поможет вам надолго сохранить здоровье ваших почек. Сохраняйте. Прежде чем я поделюсь рецептом, поставь, пожалуйста, лайк и оцени это видео в комментариях любой реакции. Мне будет очень приятно. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить много полезного. Натираем одну среднюю морковку. Полученную смесь заливаем 3 стаканами кипятка. Настаиваем эту смесь 12 часов. По истечению времени пейте по полстакана 2 раза в день в течение месяца. Перерыв между курсами 2 недели. Очень важно, напиток хранится в холодильнике не более суток. Очень легкий и простой.